Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такой вот необычный, наверное, для моего канала альбом. Это альбом группы Paramore, After Laughter. Короче, как-то так. И необычный тем, что у меня, в принципе, по-моему, с Paramore ничего нет. У меня есть только с Хейли Уильямс, которая, типа, главная солистка группы Paramore. Там было у нее два альбома. Ну, типа сольных. И у меня есть винил и CD-шка. Здесь я купила винил. Альбом классный. И мне нравятся альбомы Paramore. Там, конечно, не все песни, но вот выбрала такую, в котором много песен, которые мне нравятся. Вот. Он такой вот матовый. То есть там, ну, не покрыт вот этой вот обычно такой. Покрывают там глянцем, нет такого, вот просто все матовое. И вот такой вот здесь трек-лист. Значит, что мне здесь нравится? Мне моя любимая песня — это Pool. Вообще, насколько я помню, когда выходил этот альбом, писали, что он очень такой грустный, да, ну, негативный в плане. В нем очень много каких-то таких жизненных размышлений. Вот, потому что если раньше как-то так жизнеутверждающе все было у Paramore, то, видимо, с возрастом немножко сменился курс и стало все немного печально, да. Ну, с возрастом стало печальнее. Ну, в принципе, это не делает альбом каким-то плохим. Я особо не вдаваюсь в смысл песен, мне просто нравится звучание. Еще мне нравится Told You So, там есть клип, он, кстати, тоже прикольный. Ну, Hard Times, да. Tell Me How мне нравится. Ну, в принципе, большинство песен хорошие. И я выделила те, которые вот, ну, которые мне хочется переслушать по несколько раз, которые добавлены в мои любимые. Так, давайте смотреть, что там внутри. Вот так вот у нас здесь все выглядит. Здесь у нас ничего нет, а здесь у нас есть кармашек. В кармашке что у нас? Я могу ошибаться, но, по-моему, это какое-то издание, типа какое-то специально выпущено, что-то такое. Вот, если вы фанат Paramore, напишите мне, потому что, когда я его заказывала, мне говорили, что там, по-моему, что-то такое написано было, что оно какое-то там супер издание, видимо, специально выпускалось в этот год, и мне говорили, что надо подождать, пока там выйдет это издание, короче, что-то такое было. Вот, если я найду информацию, обязательно вам скину, вот. А, кстати говоря, заказывала я на одном сайте, ну, я скину ссылочку, где заказывала, я там периодически заказываю, там, конечно, доставка долговатая, но зато можно найти по таким нормальным ценам всякие разные пластинки. Вот я нашла там Paramore. Можно, конечно, на Озоне поискать, я не смотрела. И такой вот под мраморный, мне кажется, винил. Но мне кажется, вот он мраморный, поэтому он и считался каким-то особенным. Типа там особый выпуск винила. Так, ну здесь вот у нас чёт налипло. Так-с, и... Ну ладно, оставим как есть. И вот так вот у нас здесь. Ну, прикольно вообще. Такое прям. Вау. Я очень люблю черные винилы. Вот, но такие вот, такой мраморный мне тоже нравится. В общем, такой вот у меня был обзор. Напишите, какой альбом Paramore вам нравится больше. Ну, можете, кстати, написать, с чего вы узнали про Paramore. Я узнала, естественно, с саундтрека к фильму «Сумерки», и тогда я стала их слушать. Но саундтрек — это прям любовь к myself, и, конечно же, господи, я забыла, как, Decode. Это прям супер, самая любимая песня, вот, ну и, соответственно, все остальное я тоже послушала, там тоже очень много всего классного. Заходите ко мне на канал, у меня много всего интересного. Если вам интересно посмотреть обзор на Хейли Уильямс, то, что у меня есть, то поищите обязательно. Ну и также, пока будете искать, увидите, что у меня много всего интересного. Огромное спасибо за внимание и пока-пока!